Вони ризикують власним життям, рятуючи українських військовослужбовців. Упрагнені вирвати з рук терористів наших солдатів, які опинилися в полоні, об'єдналися і волонтери, і державні установи, від яких це залежить. Скільки хлопців зараз залишається в неволі? Скількох вже повернули додому? Та як проходить процес переговорів та визволення? Максимально відверто, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах, ці питання обговорюватиму в студії зі співробітником відділу взаємодії з обміну військовополонених при Мінобороні України Олегом Хороших. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, спасибо, что вы есть. Знаете, очень сложная у вас работа. Договариваться с теми, с кем очень тяжело вообще о чем-либо договариваться. Понимаю, что наш разговор... Поскольку это телевидение, мы не должны какую-то нарушить конфиденциальность, но тем не менее, все, о чем мы сможем поговорить, как это происходит, вот схематично, если говорить о том, как происходит обмен между военнопленными. Значит, прежде всего, чем начать обмен, самая большая проблема – это найти ребят, которые находятся в плену. То есть точное количество до сих пор неизвестно. По Министерству обороны, значит, 195 человек, это мы знаем, где они находятся в плену. И около 240 человек, мы сейчас определяем их место, где они находятся. Проблема заключается в том, что очень много наших ребят находятся у полевых командиров. То есть различные батальоны, которые там созданы. И вот это очень трудно определить, найти этих ребят, чтобы потом... Вследствие включить в список для обмена. То есть так называемая централизация общения, то есть одного стержня оттуда не существует? Нет, не существует. Вот в этом самая главная проблема. Ну вот если говорить о последних минских договоренностях, всех на всех, на ваш взгляд, вот как человека, который может посмотреть и по ту сторону, и по эту сторону, ну вот в процентном хотя бы содержании, насколько это правдиво всех на всех? Ну, формат «всех на всех» подразумевает в себе то, что я, в моем понимании, это мы должны отдать всех ополченцев, так называемых, которые находятся у нас, и забрать всех наших солдат, солдат срочной службы, то есть солдат сбройных сил, и нацгвардии, батальонов. Но, к сожалению, пока это не получается. Не получается по причине, что... Опять же, мы не можем установить местонахождение очень многих людей. То есть люди могут быть разбросаны по всей Донецкой области, люди могут быть разбросаны по Луганской области. Именно проблема по батальонам, которые удерживают у себя ребят. Точное количество невозможно сейчас определить. Это только после того, когда выходят на связь вот эти вот полевые командиры. После этого мы по крупицам начинаем устанавливать, где кто находится, включаем в список. И уже ведем переговоры. Некоторых людей та сторона не хочет отдавать по каким-то своим соображениям, даже вплоть до того, что судить по их законам. Но, тем не менее, удается с ними доходить до какого-то логического конца и договариваться об обмене 1:3, 1:1. То есть тут каждая ситуация, она по-своему. Сложно. Индивидуально. Да, индивидуально. Ну вот если все-таки говорить в среднем, вот сам процесс от обнаружения и до доставки наших ребят уже в безопасную точку, это по времени сколько происходит? Это может происходить 2-3 дня, может происходить месяц. То есть в зависимости от... То есть, к примеру, если мы определили, что люди находятся... У боевиков мы ведем переговоры с боевиками, они ставят свои условия, кого они хотят видеть, чтобы мы им предоставили на обмен. Мы разговариваем, говорим, кого мы хотим видеть, и после этого уже договариваемся о месте встречи, о времени. Также проблема большая в том, чтобы безопасность была при обмене, то есть прекращение огня, как и с одной стороны, так и с другой стороны. Тут задействовано очень много людей. Министерство обороны, СБУ. Спецслужба. Да. Вот если говорить о том,
Какое сейчас отношение к украинским пленным со стороны боевиков? Значит, сейчас отношение намного лучше, то есть пленным оказывается медицинская помощь. Намного лучше стало отношение к нашим пленным. Также мы ведем переговоры с той стороной о поставках туда медикаментов, продуктов питания, одежды, ну, всего необходимого, в чем они нуждаются. Вот за последнее время мы отправили 6, скажем так, конвоев. Это продукты питания, медикаменты, перевязочные материалы, матрасы, одежда. Это было 3 конвоя было в Донецк и 3 было в Луганск. А каким образом происходит контроль доставки того груза, который вы отправили? То есть у вас есть возможность как-то это проконтролировать? Да, значит, на ту сторону доставляют наши переговорщики, которые непосредственно заезжают на ту сторону, общаются с представителями той стороны, в том числе по обмену, доставляют туда, делают фотоматериалы, как бы отчет. Таким образом мы понимаем, куда это все дошло. Также после, если ребята освобождаются из плена, точно так же они подтверждают, что им пришли медикаменты, что все они это видели. Не могу не спросить, ну, если основываться на художественную тематику, вот Вторая мировая война или Великая Отечественная война, то советским военным иногда удавалось сбежать из плена. Такие факты вот вообще на Донбассе зафиксированы или нет, когда вот тех, кто был в плену, им удалось вырваться и добраться до большой земли? Это были единичные случаи, но тут, если человеку удалось вырваться из плена, он выходил на связь с нами, и приходилось делать целую спецоперацию для того, чтобы вывести, к примеру, с Донецка, к примеру, с Луганска. Так, чтобы выходить, это очень, очень сложно. Очень сложно. Единичные случаи. В основном приходилось разрабатывать операцию, чтобы ехать туда и вывозить их с оккупированной территории. Вы там бываете, безусловно, можете посмотреть и рассказать, наверное, зрителям о том, вот какая ситуация сейчас в самом Донецке, на Донбассе, в Луганской области. Вот насколько эти города, большие областные центры, превратились в руины? Разрушений очень много. Я, к сожалению, очень давно был на той территории, потому что я не являюсь переговорщиком с той стороной. Задачи более другие. Но, по словам наших переговорщиков, разрушения очень большие. Очень большие. Это уже не тот город, не тот Донецк, не тот Луганск. Не те пригороды, селы. То есть уже не то. Ну, вполне было бы логично спросить, коль вы пока туда не ездите, вот о ваших функциях, о ваших задачах. То есть что? Значит, в моих функциях это поиск наших ребят, которые находятся на той стороне, то есть это в телефонном режиме, контакт с нашими переговорщиками, контакт с родителями, разговоры с родителями, это тоже очень большой труд, потому что приходится объяснять, кому 5 минут, кому 10 минут, чтобы успокоить. И чтобы никто не терял надежду и не думал, что если нету в списках, то значит сын, там, муж погиб. То есть каждому мы даем надежду и будем бороться до последнего солдата, пока не вытащим оттуда всех. Существует очень много общественных организаций, которые тоже занимаются, ну, так или иначе, по роду деятельности, поиском тех военнопленных украинских солдат. Вот на ваш взгляд, чем они могут помочь, или вариант Б, может быть, чтобы не мешали? То есть вот тут палка же о двух концах. Нет, они помогают очень много. Очень многие люди, которые вхожи на ту территорию, бывает, дают очень ценную информацию о пропавших без вести. Тот человек, который считался пропавшим без вести, обнаруживается, что он лежит в какой-то больнице, в каком-то госпитале. Где-то перевезли с одного госпиталя в другой госпиталь, где-то с одного батальона перевезли в другой батальон, где-то с СИЗО перевезли в СБУ. То есть волонтеры очень, очень много помогают в этом плане.
Давайте поговорим о том, если тот или иной житель, в том числе и Днепропетровщины, обладает, скажем так, оперативной информацией, которая могла бы быть вам полезна. Вот куда обращаться, куда звонить для того, чтобы поделиться и, возможно, ускорить тот или иной процесс по освобождению? Значит, есть горячая линия СБУ, есть горячая линия Министерства обороны. То есть можно обращаться, есть на сайтах эти телефоны размещены. В том числе можно обращаться к волонтерам. Все равно, как говорится, все дороги ведут в Рим. То есть мы друг друга знаем, все те, кто занимается поиском, обменом военнопленных, освобождением военнопленных. Поэтому телефонов очень много. И... То есть любые способы, да, главное, да, достучаться, да? Да. Если говорить после последних событий в Дебальцево, насколько сложны сейчас переговоры по обмену? То есть вот что-то изменилось после этого? Нет, сейчас ничего не изменилось. У них только требование одно, чтобы наших военнопленных менять на их военнопленных. А они хорошо осведомлены о том, кто у нас находится в плену? Да, они хорошо осведомлены. Но бывает, они также делают запросы и спрашивают, находится ли у вас данный человек. Поэтому тут только общение. Ну и по возможности, если есть такая возможность, давайте, может быть, озвучим все-таки какие-то цифры, результаты позитивные. Результаты освобожденных? Да. Точные цифры я вам сейчас не готов сказать по освобожденным, но освобождено больше 1000 человек. Это работа СБУ, это работа Министерства обороны, в том числе волонтеров. Есть волонтеры, которые приезжают туда и каким-то образом им удается просто вывозить ребят из плена. О некоторых ребятах, которые были вывезены из плена, ну, даже, может быть, мы можем и не знать. В том числе очень много волонтеров, которые освобождены, местных жителей, которые просидели в плену. То есть цифра больше 1000 человек. Ну, це приємна цифра. Дякую вам, що ви є і займаєтесь цією справою. Наприкінці нашого спілкування, можливо, ви хочете звернутися до наших глядачів, щось порадити, можливо, заспокоїти. Значить, пожелання одно, щоб все, кто разыскивает своих родных и близких, чтобы не теряли надежды, мы работаем над их освобождением, мы работаем по поиску. И большая просьба к родственникам не обращать внимания на звонки мошенников, которые предлагают за деньги освободить, либо за какие-то другие материальные ценности. Этого не должно быть, потому что и та сторона не приветствует различные выкупы за деньги. То есть сразу же обращаться в службу безопасности, обращаться на наши горячие линии. И мы все объясним, как себя вести в данной ситуации. Дякую за вашу справу і дякую, що знайшли змогу завітати до нас у студію. Нагадаю нашим глядачам, що я спілкувався із співробітником відділу взаємодії з обміну військовополонених при Мінобороні України Олегом Хороших.